Продолжаем наш выпуск коротким обзором новостей города и района. В Клину завершается рассылка уведомлений на уплату налогов. По почте их получат не все налогоплательщики. Те, кто уже зарегистрирован на портале госуслуг, должны сделать это через личный кабинет. Единый срок уплаты земельного транспортного налогов и налога на имущество не позднее 1 декабря. «Сказка» открывает театральный сезон. Образцовый детский театр представил спектакль по мотивам повести «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Режиссер новой постановки Надежда Серегина. Танцоры из Клина – призеры рейтингового турнира Московской Федерации танцевального спорта. Клинские дуэты из студии «Альянс Премиум» вошли в тройку лучших танцоров. Клин звучит именами Ивана Кротова, Юлии Пилюгиной, Сергея Жолкина и Алсу Гафуровой.